11 марта в КФУ прошел первый концерт фестиваля «Студенческая весна» в 2020 году. Свои концертные программы представили Институт геологии и нефтегазовых технологий и Институт фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета. Само собой, что весна – это просто буря эмоций, и каждый из нас очень сильно волнуется. Сегодня я буду первый раз танцевать на этой сцене, и меня просто переполняет вот это ощущение, наверное, даже счастье, естественно, да, и вот этот адреналин, который течет в крови. Я надеюсь, что у нас все хорошо получится. У нас в этот раз новый режиссер, поэтому мы тоже все переживаем за канву, за весь концерт, поэтому как бы для нас это все будет, наверное, даже в некоторой степени первый раз. До 19 марта в Большом зале КСК КФУ «Уникс» свои конкурсные программы представят 15 институтов университета, а 20 марта фестивальные дни пройдут в Елабужском и Набережно-Челнинском институтах. Торжественное подведение итогов фестиваля традиционно состоится на гала-концерте в Большом зале КСК КФУ «Уникс». В этом году студенческая весна приурочена к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Я на студвесну хожу второй раз, потому что я второкурсница, в принципе. Вот. И я в прошлом году ходила только на свой институт, поэтому в этом году интересно будет посмотреть на программы других институтов и, в принципе, оценить, как что у них происходит. На самом деле все студвесные, они хороши по-своему. То есть даже если там все летит куда-то в тартарары, это все равно весело, классно и смешно. Напомним, что трансляции концертных программ всех дней можно посмотреть в группе Универ ТВ ВКонтакте. Началась студенческая весна, это значит, что ближайшие две недели часть телеканала Универ ТВ будет просто жить в Униксе. Мы будем здесь с ребятами и днями, и ночами, и будем буквально все дни транслировать в наши социальные сети ВКонтакте. Камиль Гемоздинов, Ленардо Влетяров, Универ Ньюс.